Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Рыжик, мы продолжаем играть в Rise of the Tomb Raider. Так, у нас тут, собственно, шухер. Музыка меня напрягает, если честно. Так, как же мне вас так пальнуть-то, чтобы... Не так было заметно. Он там ходит, его видит кто-то. Какую-то хмырь. Значит, там где-то еще есть народ. Вон там чувак. Так, тут вроде никого и нету. А, вот он, чувак. Их там, наверное, двое, да? Да, их тут двое. И вон там тоже. Радиовышку-то починили? Нет еще. Технари всяко не ожидали, что придется чинить технику полувековой давности. Все равно пусть чинят. Так, куда бы тебя заманить-то? Ну, в принципе, у меня есть идеи. Кто там ваш? По-моему, никого и не было. Там-то никого нету. Так, ладно. Сейчас. Тихо. Так, вон там я вижу одного чувака. Там их двое вообще-то. Тихо. Так, а тут-то никто не стоит. Так, тут я была уже. Слышал? Пойду гляну. Смотри, Вова. Идет, ага.
Отзовись! У нас гости! Так, они возбудились. И там. Давай головы поднять! Стрелять по одной цели! Это сейчас про кого? Все, что? А я-то думала... Так, волков тоже и нету тут. Я-то думала, тут будет народу куча. Ну, все оказалось на самом деле не так уж и сложно. Так, да, нашла я пружиночку. Так, ну а теперь, с вашего позволения, я пойду все-таки подорву там эту хрень. А где это у нас вообще было? Вот тут, вот это. Тут только банку не выкидывай, пожалуйста, Ларочка. Мне баночка нужна. О, ништячочек. А хорошо это как. Блин. Тут какая-то хрень. Так, что у нас здесь? Ой, ящик. О, деталь блочного лука. 34. Там еще дальше это ведет. А, нет. Дальше это не ведет. Тут все. Так, пройдено 58%. Короче, вот это вот монолит, я не могу прочитать. Вот это пещере, кстати, я еще не была. Что там за пещера? Блин, опять волки. Ну, только что не было. Это музыка такая. Пускай бежит, ну, нахрен, это волк. Нужен он мне был 250 лет. Погнали вперед. Бутылочка здесь с горючим. Так, это нам. Так, а чё пригнулись-то мы опять? Волк опять приперся. Ну давай ты уже, ну. А, мне уже не лезет. Так, а как же? А,
обычно стрелы вот так у нас делаются, да? Так. Чё, волк опять пришел. Ну а чё? Блин, где тут кустик этот? Вот он. Так, пойдем шкурку снимем с волчара-то. Так. А, можно вон там пройти. Можно и здесь пройти. Так, что у нас тут? Древесинка. Древесины мало не бывает, чё. Блин, а я вот только... А, вот в пещере я не была, вот в этой. Слезь-то отсюда. Вот в этой пещере я не была, да. Не знаю, что тут меня ждет. Просто без понятия. Но сохраняться я буду, потому что мне стрёмно. Я еще не знаю, что там. Так, тут. О, лук. Лук. Нет, ребят, это я пойду, наверное, в лагерь. Потому что тут у меня лагеря нету, да? Нет, здесь у меня нету лагеря. Это мне вот сюда вот надо, поселок лесорубов, бежать в лагерь. Ну, тут, в принципе, недалеко, тут можно быстренько сейчас добежать. Вот, я сейчас сгоняю. По-шустрому. Тихо, блин. Блочный лук. Нифига, блин. Конечно, я хочу, чтобы мне весь урон больше. Так, давай смотреть. Во-первых, у нас есть доступный навык. В принципе, можно больше полезных этих вот ресурсов природных, но я что-то как-то не знаю, не хочу. Так, здесь у нас пока не открывается ни хрена. Так, ускорить метательное оружие и боеприпасов на бегу. В базовых лагерях можно изготовить вместительные сумки для боеприпасов и иных ресурсов. Также повысить количество... Ну, вот это вот да. Становятся на целых ловушки, поражающие до этого газом, выскивающие тела противников. Так, пуля на пистолет, шаг при попадании, наносящий повышенный урон. Ну вот это уже, да, это момент приземления больше. Так. Испытания могут быть... Так, опыт нам не надо. Так. Я даже не знаю, что лучше. Наверное, вот эти, наносящие повышенный урон. Пули какие-то вот изготавливать можно. Смещенным центром тяжести. Пули для пистолета.
Так, оружие. Вот, вот он. Технически совершенствованный лук, наносящий большой урон. Ну да, по сравнению с этим то. О, вообще охрененный лук. Так, отлично. Так, а пистолет? У этого урон-то меньше. Так, ну здесь скорость заряжения, боезапас больше. Скорость стрельбы. Ну, урон, да, поменьше как бы. Тут у пистолета. Так, здесь у нас что? Уменьшение отдачи. Тра-та-та. Ну, это вообще ясен пень. Блин, куда-то делись мои эти шмотки. Вообще непонятно даже как-то. Так. Боеприпасы. Теперь могу еще и пули вон какие изготавливать. Вообще. Ништячок. Так. Десять пуль у меня таких, да? Ну, так нормально, ладно. Так. Ну все, у меня теперь лук, помню, дали какой. Ха. Так, все, пошли вперед. Хорошо понять. Так, а еще могу здесь пройти. Просто, в принципе, не обязательно здесь проходить. Ё-моё, я еще думала, что там волк бежит, такой звук. Кого-то волк. А вот это что такое? Ага, сюда залезть можно. Как? Вопрос. Так, зависть на крыше, чтобы добраться до входа в шахту. Блин, как туда-то вон залезть? Ха! В принципе... Бревно, я поняла. Все, да. Просто надо в другую сторону раскачать. Чтобы эта штука сломалась, и там упало то, что мне нужно. Давай. Оба. Чё это, блин? Сразу музыка там пошла какая-то непонятная. Так. Сохранились, пошли дальше. Опа. А что-то я вообще не заметила. Это еще костер.
Блин, тут этот есть. А, я в тот раз, я думала, я зажгла здесь, смотрю, лагерь еще, а его нету. Думаю об отце каждый день. Многие годы я винила его в том, что он жил лишь работой и оставил меня одну. В какой-то мере я все еще корю себя, что оттолкнула его. Я твержу себе, что была юна и не понимала его. Так или иначе, он умер. А теперь... Почему-то чувствую, он ближе мне, чем был при жизни. Ему не удалось многого добиться, но я знаю, что он со мной. Чувствую, что он рядом. Святой Источник здесь, и я ищу его. Он знал, что Источник изменит представление о людских душах. Изменит мир. Но отца больше нет. Все. Ну, вроде все. Кто-то так, старательно чё? Зачеркнул указание, как добраться до чего-то спрятанного. Угу. Так, найден тайники с монетами. Так, где же у нас тайники с монетами? Вы издеваетесь, да? Нет, вы издеваетесь, блин. Твою мать. Хорошо. Ну, за этим тайником я сбегаю, он недалеко. Окей. Блин, тут тайник мне тоже нужен. Ядрёныча. Мне просто нужен тут инструмент. Бежать сюда надо. Ой, ладно, вроде где? Вроде там не очень далеко. Ладно, давай сбегаю по-быстрому. Пипец, туда-сюда, короче, бегаю. Так. Блин, волк. Вообще, какого хрена? Там же эти, ну, народ должен быть. Трандец. На, получи, говнюк. Просто странно, они не должны вот тут быть-то. Это точно по-русски. Кажется, знаки обозначают какое-то место неподалеку. Но понять ничего невозможно. Окей, окей, пошли отсюда.
Ой, тайники. Тайники дальше теперь. Ну, там, наверное, тоже был волк. Ну, пофиг. Мы бежим, короче, все. По-моему, так дольше, ну похер. Бежали уже. Так. Так, я сюда пришла. Тут надо найти что-то там. Так, что-то тут реликвия есть. И травы. Где реликвия-то? Короче, за этой хренью. Реликвия. Так, сюда пройти могу? Нет, да? Снаряжение, чтобы перерезать, да. Ножик нужен. Снова пропаганда. Труд побеждает холод и голод. Русский повысился. Нам, можете выстрелить из лука и протянуть его. Да я-то знаю. Надо до третьего уровня русский повысить. Да. Я стою у старой советской плавилки. Я пробираюсь к отходу в шахту наверху. Можешь встретить меня там? Хорошо. Так, ко входу в шахту наверху. А, ну, наши наверх полезем. Так, где у нас реликвия вообще? Внутри. Ну давай посмотрим, что у нас здесь. Еще одна статуэтка, только похожа на игровую фигурку. Прикольная такая. Выглядит знакомо. Где-то я такие уже видела. Угу. Где? Так, уже не лезет. Уже не лезет. Так, а здесь где у нас есть тайники? Вот здесь документ. А вот это что такое? Утиль? Травы? Травы нам уже не лезут. Блин, а чё не ломается-то? Уже вот нарисовано вон как. Не ломается ни хрена эта штука. Может, по ней просто залезть надо? Я не знаю. Так, документ. Тут где-то тайник еще есть. Товарищи, прошу вас обратить особое внимание на это донесение. Оно касается сделанного нами невероятного открытия. На одной из глубоких разработок шахтеры пробурили проход в огромную пещеру, полную невиданных развалин и реликвий. Как ни странно, сильнее всего это открытие повлияло на рабочих, набранных из местных жителей. Они определенно знают что-то об этих развалинах. У меня стойкое ощущение, что мы стоим на пороге еще более великого открытия,
поэтому мы переводим заключенных на круглосуточный режим работы. Окей. Так, что тут у тебя в этой хижине? Наверх нельзя? А можно и наверх залезть. Великолепно. Так, тут этот тайник. Ага, нашла. Окей, а здесь у нас перья. Так, нам сюда вот ящик вот это хочу найти. Тут ничего нет, что ли? Почти. Так, ладно. Туда как-то залезть надобно. Так, это я поняла уже, как сюда залезть. Это скотина, вот тут что оказывается. А я, блин, патроны тратила, ну. Так. Я просто к тому, что тут, по-моему, больше-то ничего. Нет, вот тут вот можно веревку, походу, тело перерезать. Но у меня нету ножа. То есть пройти можно. Угу. Окей, вот сюда можно залезть. Еще можно сюда зайти, вот. Так, и у нас что тут? Что тут у нас? А у нас тут сундук. Вон он наверху. Так, и где-то тут гробница испытаний. Вот что. Найдите вход. Какие вы умные, а? Такое ощущение, как будто тут ходят. А. Блин, а как туда попасть? Так. Допустим. Ой, там что, лезть надо будет. Не-а. Тогда никак. А, может тут как-то получится. Хрен, ну сейчас посмотрим. И вкусняшки. Не, тут нету прохода. Как-то там, короче. Искать проход, потому что здесь никак. Тут просто вкусняшки. И все. Ёшкин матрёшкин. Как что залезть? Вообще никак.
Ну, блин, ну как-то должно быть. Не может быть такого, что вообще... Найдите вход. О, да нет. Ну это не то, это тут была уже. Как-то внутрь надо попасть. Может пойти пока так, а... А как же мне туда попасть? Тут наверх как-то залезть надо, как-то туда попасть. Так, ладно. Не знаю, я тут навряд ли, наверное, хвачусь-то. Я не допрыгну просто. Я просто не допрыгну. Так, а вот... Так, а вот не сюда-то я залезу. Это понятно. Да куда ж ты его? Ну ладно. Ой, может, я как-нибудь сейчас там смогу. Тихо, блин. В клетке. Как будто для зверей. Ну чё, тут спали? О, карта. Не думаю, что Анна разделяет нашу веру. Она здесь по другой причине. Она запуталась. Я понимаю, сам был таким. Но у каждого из нас тут своя роль. Решил обойти территорию, поискать, кого еще убить. И точно поймал одну из потомков. Торопиться не стал. Убивал голыми руками, чтобы увидеть, как из нее выходит свет. Ждал, пока она совсем не остынет. Волшебно. Пипец. Константин говорит, что с источником мы будем жить вечно, что наконец заглянем Богу в глаза, а я уже заглянул. Мое место здесь. Я так долго искал его, но все же нашел. Я дома. Пипец, какой-то псих вообще-то. Они тут все, походу, психи. Мать вашу. Нет, даже если бы и была, при восстании тут столько всего различных. Подъем наверх будет весьма опасно. Много... Так вот где красный будет злом. Ага. Первый контакт произошел в шахте, и они бросили все силы на добычу. А вот только через неделю начался мятеж. Что, рабочих все достало? Удержите РБ, коктейль Молотова. Ты же ее видел. Найдем описи и пошли к остальным. Ладно, начинаем искать. Что там с беглецами? Мертвы, поди. Константин видел, как они ушли в отзад, но все равно не верит. Разделитесь и держите ухо востро. Прикрой меня! Так, я пока больше никого не вижу, но Йент ничего не меняет. Так, а Икс удерживать надо. Уже забыл, как отмычкой это пользоваться, ага.
А вот еще трупы. А, и всего тут это. Четверто было. Так. Ага, сюда-то мне как попасть? Пролезть не смогу. Открыть тоже. Вот там, зато залезть смогу вот так. Так. Ага. Древесина у нас. У меня уже древесина не лезет. Я вообще просто... Ты смотри. Так, что там у нас? Деталь, пистолет, пулемет. Замечательно. А вот это что такое? Это, короче... А, это гробница. Я поняла, да. Ну, пойдем сейчас что в гробницу тогда. Так, тут я все поломала. Так, а дальше-то где? Это непонятно. Ой. Освещение еще работает. Ну, в основном. Похоже на урановую смолку. Ага, это урановый рудник. Так, дополнительная гробница испытаний. Карта. Карта, да, тут все нанесено на нее. Ну, я, в принципе, вроде как все собрала. Боже мой, все такое древнее. Что же они нашли там внизу? Да пойдем посмотрим, что они там нашли. Куда ты? Это, а это нормально? То есть так и надо было, что ли? Тут что-то плавает. Каски, что ли? Ой, тихо. Там что-то блестит. Мне, наверное, сначала туда сплаваю. Что там блестит у нас? Темно, блин, стрёмно. О, отлично. Просто великолепно. Так, а сюда вылезти не могу, да? Так, ладно. Горючий материал. Так, горючий и...
А, тут бутылки, да. Ой. Ну, бутылочку с собой возьму. Надо все равно выкидывать. Выкидываю это, ага, ладно. Лара, куда что лезешь-то? Угу. Так. Еще артефакты. Похоже, они сделали пролом в старый коридор. Надо бы самой взглянуть. Я только не поняла, мне вверх или вниз. Потому что здесь... Проход-то есть и наверх, и вниз. Да, но это надо как-то с той стороны открывать. Уже, наверное, вниз надо идти. Господи боже, охренели бы совсем, что ли. Эта фляжка принадлежала солдату Красной Армии. Маркировку не могу разобрать. Она еще наполовину полная. Наверное, мне еще успеет пригодиться. Да? Ну, может быть. Так, труба-то течет. Надо что-то делать с понятно. А как же мне быть-то? Там уже труба-то течет. Надо как-то перебросить это через воду. А-а-а. Вроде тоже горит. Я поняла. Опа. Что бы они ни нашли, оно находится где-то там. Так.
Кто-то прятал горный инструмент. Нельзя больше ждать, когда наши братья снаружи перейдут к действиям. Красные обнаружили здесь нечто более ценное, чем эта ядовитая руда. Они нашли и осквернили могилы наших праотцов. Это последняя капля. Сначала мы думали, что древние стражи восстанут и покарают наших мучителей. Теперь я понял, что это нам суждено стать орудием Божьего возмездия. Мы прячем кирки и топоры и копим силы. Очень скоро те из нас, кто еще может драться, восстанут и перебьют наших угнетателей, пока они не стерли с лица земли наше прошлое и настоящее. И самодельное оружие. Так, ладно. Так, новый базовый лагерь, ага. Так. Оружие. Так, а что-то у нас тут доступно-то? О! Скорость стрельбы, скорость заряжения и боезапас. Хорошо, а тут что у нас доступно? Боезапас. Да, на это уже не хватает. Ну ладно, ничего страшного. Переживем. Так, тихо. Так. Там вода. И как же мне это? Надо придумать, как остановить воду. Тихо. Так, молотов. Как же мне воду остановить, а? Придумать, как остановить воду. Там он что? Взрыватель для бомбы. Тоже собран вручную. Наверное, он долго собирал ее по частям. Наверное. Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Конечно, можно. Я даже знаю, что можно. Да, только зачем мне вот сюда прыгать, я понятия, если честно, не имею. Наверное, сейчас сюда сначала загляну. Вот оно. Так близко. Когда урановая руда почти иссякла, я всерьез опасался, что командование свернет проект. Но когда мы уже собирались закрыть шахту, вмешалась сама судьба. Мы нашли некое помещение, пострадавшее от обвала, но явно созданное человеком. Внутри находились древние предметы и объекты, к которым никто не прикасался с того дня, как гробницу запечатали почти 1000 лет назад. Мы удвоили усилия. Рабочие вместо добычи руды ищут и извлекают из гробницы артефакты. Местные снова поднимают шум, как будто не хотят, чтобы кто-то увидел эти реликвии. Придется примерно наказать пару юнцов, пока недовольство не переросло в бунт. Надо как-то пробраться внутрь. Сейчас проберемся.
О, там ништяков-то сколько. Так. Еще одна фреска. И что там? О, русский почти. Так. Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Вот как? Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Да можно, но я только не пойму, как вот именно. Мне отсюда как-то это сделать надо или нет? Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? А. Наверное, прыгнуть на них надо. Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Найти способ перекрыть ее полностью. Ёшкин кот. И как перекрыть ее полностью, блин? Надо высвободить еще одну тележку. Каким макаром-то? Надо высвободить еще одну тележку. Ё-моё. И что дальше? Надо высвободить еще одну тележку. Как? Надо высвободить еще одну тележку. Может, вернуться надо? Надо высвободить еще одну тележку. Во. Чтоб тебя красную тучу побил. А я тут голову-то ломаю, блин. Не, не то что-то. Что-то я не то сделала. Так, тут какая-то хитрожопая система, тут надо, короче... В принципе, может, я и догнала сейчас, подождите, посмотрим. Догнала я или нет? Так. Попробую.
Нужно лишь немного огня. Да-да-да. Огонь-то вот он и есть. Все. Я залезла. Да. Наверное, в конце концов рабочим все это надоело. Да, они решили заснуть мертвым сном. Так, а что тут у меня еще есть? Похоже, эту штуку отсюда волоком тащили. Только повреждений от неумелых раскопок и до обрушения. Наверняка это связано с пророком. Так, ну это, наверное, сейчас я буду выходить. Чё там, чё там? Древняя рукопись. Философское рассуждение о достоинствах познания? Основной навык освоено ясные глаза. Все ловушки неподалеку автоматически подсвечиваются при использовании улучшенных инстинктов выживания. Ага. Советская шахта. Гробница пройдена. Вообще-то мне вот сюда, наверное, надо, я так думаю. А, нет, это веревка не туда. Сейчас бы я прыгну. Так, а вот тут у нас что-то блестит. Так, отлично. Наверное, сначала они пробились в эту шахту. Возможно, она ведет наружу. Возможно. Так, а нам все равно сюда пробить. Так. Ничего не блестит. А, ну вот эта хрень, которую я разбить там не могла. Шанс от стороны разбивается. Так, а вот теперь... А вот теперь как мне отсюда выбраться, вот чё. Мамаша. Ох. Ну просто туда никак. Там нету ничего. Я туда не попаду. Блин. Я не поняла, а вот этот череп, это что такое? Блин, я тут была уже.
Ёшкин кот. Без ранца я отсюда не уйду. А, он вот здесь вот. Я его просто не заметил, твою ж дивизию. Если честно, я хрен знает, как мне назад-то вернуться. Поэтому я сейчас, наверное, это просто перекачу отсюда. Так. Я что-то улучшить могу? Улучшение-то оно есть, просто я его не могу как бы... Сейчас пока улучшить. О! Сумка для винтовочных патронов. Патроны, да. Обязательно носить с собой больше винтовочных патронов. Это, конечно, замечательно, просто мне нужно посмотреть там ключок. Что мне нужно посмотреть? А здесь не посмотришь, мне в главное меню надо возвращаться, чтобы посмотреть. Ладно, давайте на этом, наверное, заканчивать тогда. Вот, я надеюсь, что вам понравилась данная серия. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, вступайте в группу ВКонтакте и Steam, подписывайтесь на канал на Твиче. С вами был Рыжик, всем удачи и пока-пока.